Общественным советом при Главном управлении МВД России объявлен традиционный областной конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей». В этом году он проходит в рамках проекта Общественного совета «300 лет полиции России». Оценка работ будет проводиться в двух возрастных категориях – от 7 до 10 лет и с 11 до 14 лет. Рисунки необходимо выполнить на бумаге формата А3 с прикрепленными к ним биографическими справками об авторах, с указанием фамилии, имени, возраста. Также следует указать данные родителей. Победители конкурса будут отмечены призами и дипломами. Конкурсные работы принимаются до 19 октября в штабе Асбестовского отдела полиции по адресу улица Королева, 22.